Всем привет! За что люблю шкодовский сервис? Так это за то, что они могут объяснить что угодно двумя словами. Конструктивная особенность. Так было на предыдущей машине с двигателем 1.8, где масложор не считался ничем таким особенным. И 1 литр был на 1000 километров просто конструктивной особенностью. Так было в прошлой машине, тогда, когда при резком повороте печка почему-то начинала гнать холодный воздух, хотя была включена на максимально горячую температуру. А вот теперь новый прикол. В Октавии А7, смотрите, как прикольно, там, где перед пассажиром участок торпеда вшита подушка безопасности, она проявилась, вот эти вот линии. И на сервисе сказали, что это конструктивная особенность. И не используйте никакие химические полироли для протирания торпеды, просто влажную тряпочку. Ну, если у кого-то такая же штука проявилась, мне будет интересно узнать, что вам сказали. А если у вас нет, все равно напишите, просто будет интересно, да я за вас порадуюсь, что у вас такого нету. Всем спасибо, до следующего раза.